Друзья, всем привет! Я на площади в небольшом городе. К вопросу о том, как продаются машины. Вообще, я в шоке от цен. Здесь в Польше все очень дешево, дешевле, чем в Чехии. Вот почему мигранты сюда приезжают, всем хочется здесь жить. Это 16 тысяч злот. Это где-то примерно... Сколько это? Даже меньше, чем 4 тысячи евро. 4 тысячи евро – это какой год? 2007 год? Седьмой год. 2,5 турбодизель. Это обычная площадь, это не автосалон, это просто площадка, на которой я вижу машину. Возле магазина. Возле магазина можно купить себе машину. То есть как это делать? То есть ты видишь машину и звонишь, да? Да. Вот 1000 евро. 1000 евро. 2002 года, 1,4 пробег. Здесь ты ничего такая. Вот еще Мерседес. То есть здесь как в автосалоне, да? Да. 7900 злотых, это сколько? Чуть больше, даже нету 2000 евро, 1800 где-то. 2002 год, 2,2 дизель. 99 год, 2400, 600 долларов, да? Да. Вообще. Так, Nissan. Примера. 2002 год, 5900. 4200 это 1000 евро. Да, то есть чуть дороже 1000 евро. Но 1,8 бензин. Opel. Друзья, я буквально приехал в этот город 5 минут назад. Я уже нашел кучу автомобилей. Сколько по времени занимает оформление машины? Минут 10-15. То есть я вижу машину, я хочу ее купить. Я звоню хозяину, он приезжает 10 минут, и она уже... Да, моя. Это на месте заполняются, да. Документы. Подаются в ужонт и все. 5600 злотых. Чуть дороже 1000 евро. Да. Вообще классно. 1000 евро это... В Нью-Йорке можно 3 дня просто остановиться в гостинице, в самой такой обычной, трехзвездочной.